Всем привет, друзья, подписчики и гости моего канала. Всем привет, друзья. Ну что, давайте вернемся к битве за острова. Давайте посмотрим, какие у нас все-таки города остались. Как я и говорил в предыдущем видеоролике, что города у нас, скорее всего, будут более-менее сложные. Давайте посмотрим. В этих видео, друзья, я вам рассказывал про седьмые города и говорил вам, что они более-менее уже как бы сложноватые. Давайте посмотрим. Сегодня в обзоре у нас будут все города с 9 по 10. Решил я все-таки чуть-чуть дальше пройти, потому что многие получают 40 золотых этих дублонов, хотел сказать, рубины, и проходят чуть дальше. Давайте посмотрим. Так, сегодня у нас будут энты и 40 пиратов. 40 бочек, друзья, не знаю. Да, друзья, и кто-то мне вчера скинул это видео, я посмотрел и не подумал, что в этом бою все-таки нужно попробовать меньшее количество пиратов, потому что вам не хватит ровно на 3 боя. Берите это на заметку, потому что я посмотрел видео и сделал, как тот человек мне скинул. Но так делать не нужно. Нужно всегда проверять, если вы сможете пройти меньшим количеством пиратов, потому что эти бои, ровно 3 боя, нужно вам пройти именно с одним слотом пиратом, короче говоря. Здесь также, друзья, в этом городе вообще ничего делать не надо. Вот я почитал комментарии в Одноклассниках, писали, что несколько раз пробовали один и тот же город пробивать, например, на одном аккаунте. А на втором аккаунте, как человек писал, что он запустил всех воинов сразу и не заморачивался, не прицеливался и прошел быстрее. Обратите внимание, что в этом городе, друзья, я тормознул. И здесь нужно использовать один слот пиратов. Скорее всего, вам нужно будет использовать здесь один слот энтов. Либо, например, только троллей. И пиратов один слот. Потому что мне, как по мне, это многовато. 40 пиратов. Это многовато. Убирайте один слот и ставьте, например, либо энты один слот и троллей. Либо два слота троллей. Пробуйте. И я не подумал, потому что я говорю, что меня сбивает иногда. Друзья, мне не нужно кидать эти видеоролики, где вы уже прошли. Потому что я играю по-другому. Спасибо, конечно, огромное, но... И вы меня сбиваете. Вот я в этот раз сбился. Я посмотрел и сделал так же. Машинально. Так что пробуйте этот город пройти. Наверное, один слотом пиратом. Вот, вот так, например. 20. Так, ну что у нас получается? 2 энта, 2. Один слот у нас пираты и тролли. Ну, в принципе, 35 бочек. Это еще нормально для таких городов. Так, ну что, посмотрим сейчас, что они будут делать. В этом городе, друзья, я тестировал несколько раз. Обратите внимание, что я заполучил сначала энтов, потом пиратов и потом троллей. Не знаю, может быть, вот мне много раз тоже писали, что я прошел сверху. Друзья, проходите с какой стороны, задача их уничтожить ровно на 3 звездочки. Чтобы вы не сидели целый день возле компьютера и прошли их быстрее. Ну смотрите, здесь в принципе в этом городе все идеально. Потому что если вы запускаете их с этой стороны сверху, то соответственно они будут идти ровненько. Если кто-то застрянет. Ну я говорю, что в таких городах в основном они сбивают их по периметру. Вдоль забора. Ну вот тут энты, ой, тролли прорвались в середину. Тут один несчастный шпиль, пушка. Если расценивать его, попробовать уничтожить с этой стороны, например. Ну, друзья, мне кажется, что здесь слишком широко. Не знаю, но они зато зайдут сразу в середину. Не знаю, надо было попробовать. Я его просто с первого раза прошел. Без повторов. Ну, не знаю. Пробуйте, друзья.
Еще раз повторюсь, что наша задача их уничтожить ровно на 3 звездочки, чтобы мы получили какие-то бонусы, ресурсы. Да, я, между прочим, даже не посмотрел, что нас ждет за подарок в пещере. Так, ну что, давайте посмотрим. Юрий, 20 пиратов, 32 тролля. Вот тут, видите, я попробовал. Я иногда меняю связку. И 40 золотых дублонов, 35 бочек. Ну, в принципе, нормально. Да, друзья, здесь не забывайте, что нам еще дают 30 бочек на острове. Тоже обращает внимание, потому я вам и говорю. Ну, смотрите, запустил я всех троллей, пиратов, сбились в кучу. Вот терпеть не могу, когда они собираются в кучу. Но это, друзья, проблема в том, что когда вы запускаете чисто тролли, тролли идут сразу на атаку. Когда запускаете пиратов, пираты сбивают атакующие, и тролли уже не знают, куда идти. Здесь тоже нужно как-то маневрировать и смотреть, где атакующее здание. Ну, смотрите, в этом бою вообще как-то эффективно. Не знаю, может быть, попробовать с магами, но маги, они же не уничтожают все атакующие здания. А пираты быстро уничтожают. Так что без пиратов мы уже никуда, друзья. Ну, смотрите, здесь остались обелиски эти. Я вот решил их не трогать. Подумал, может быть, как-то пираты сами справятся. Здесь единственная проблема, это зиккурат. Если зиккурат снимаете, не знаю, может попробовать его. Не знаю. Честно говоря. Я, между прочим, этот город переигрывал несколько раз. И вот этот зиккурат мне, честно говоря, мешал. Ну, несколько раз переиграете, ничего страшного не будет. Ну, так что так вот. Посмотрим, конечно, но я, как и вам говорил, что, скорее всего, там уже будут города неподъемные. Ну, посмотрим. Ну что, 32 тролля, 20 пиратов, 40 золотых дублонов. Это у нас уже 10 уровень. Нет, 9 был. 10 мы сейчас посмотрим. Так, это Владимир, 10 уровень. 40 пиратов, 16 троллей и 2 метеора. Не знаю, почему я решил все-таки нанять 40. И городишко такое, обратите внимание, что он серьезный. Здесь нужно обращать внимание, я его пробовал, друзья, и сбоку. Не получалось. Запустил я сначала всех пиратов, за ними сразу всех троллей. Обратите внимание, какое количество атакующих зданий снимает птички. Ну, смотрите, в основном здесь половина зданий уже уничтожена. Я его пробовал и снизу. Но решил все-таки попробовать сверху, потому что снизу получалось где-то 86%. И здесь чем еще обратить внимание, друзья, чем интересно, что они не ушли по бокам, а пошли ровно в середину. И когда заходят в середину, сами знаете, что они более-менее эффективно наносят урон атакующим. Ну, где-то так. А вот эти все уже здания ресурсные, они и так зачистят. А если вы захотите снизу, это представляете, сколько они энергии будут тратить на уничтожение амбаров этих, чем уделять время, например, на те атакующие здания. Ну, смотрите, выживаемость, в принципе, высокая, не знаю, может быть, я подозревал, что в этом городе тоже можно было бы снизить пиратов. Вроде город такой сложноватый, как-то в куче все. Ну, смотрите, 33 в бою выживших. Тоже, друзья, берите на заметку, потому что я не всегда слежу за этим. Приблизительно я наблюдаю, чтобы с экономией, чтобы вам тоже было интересно посмотреть, и тоже с экономией пройти его. Ну, вроде город был такой. Так, ну что, давайте посмотрим заключительный город. Сегодня 10-й. 10-й мне нужно будет уничтожить. Не знаю, может быть, я попробую еще одно видео записать, хотя навряд ли. Давайте посмотрим. 40 пиратов, 16 троллей, 2 метеора. И обратите внимание, что город-то вообще ни о чем, да? А я провел боев 6, наверное. И я все-таки решил нанять еще один слот пиратов, потому что я не хотел мучиться больше. Может быть, можно было бы с одним слотом и один слот энтов и троллей. Но, друзья, смотрите, здесь у нас уже есть заклинание. Выбирайте или заклинание, либо без него потом возьмете героя.
Но я решил все-таки в этот раз взять Закл, потому что города что-то мне не нравятся. Ну что, тролли, как всегда, красавчики, зашли в середину. Единственная здесь проблема, нужно уничтожить вот эти два зиккурата. Тролли как раз успели. И все, в принципе, здесь ничего вам не мешает. Единственная проблема, здесь тоже есть одна башня. Ну, я не знаю, может быть. Ну что, сюда два тролля запустить, если у вас не получится. Ну, выживаемость тут, друзья, тоже неплохая. Ну, стопроцентный бой. И в бою осталось у нас 17. Ну что, друзья, вот такие у нас были сегодня бои. И я открыл все-таки сундук. Где он у нас? Да, вот здесь где-то был он. Забрал я все-таки 40 этих рубинов. По одной причине, потому что я бой один неправильно сыграл. И обратите внимание, что у меня осталось 15. Скорее всего, я буду еще докупать и проходить, наверное, еще чуть-чуть дальше. Не знаю, может быть, попозже. Ну, в принципе, неплохо. Давайте посмотрим, что нас ждет завтра в обзоре. У нас 40 золотых этих дублонов. 10 уровень. Надо было, друзья, вам все-таки показать и этот город. Ну ладно, ничего страшного, потому что многие еще могут и не дойти до него. Ну, город, честно говоря, как по мне, интересный. Интересный. И, скорее всего, его нужно будет пробовать сверху. Я попробую, по крайней мере. Потому что, смотрите, здесь всего лишь два уровня забора. Здесь, в принципе, тоже два. Они могут тут, если прорубят, дойти до зиккуратов. Но если вы будете работать с птичками, с пиратами, то они здесь больше всего нанесут урона атакующим зданиям, потому что здесь далековато лететь. Ну, не знаю, друзья. Об этом мы уже поговорим завтра. Ну что, друзья, а я с вами прощаюсь. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока, друзья!